красавица, погоди. А как же деньжата? Остынь, ковбой. Здесь нет врагов. Как говорят у нас на флоте, hello, американец! Парни, сколько лет, сколько зим. Ой, здравствуй, рад видеть. Последний раз тебе предлагаю поменяться ботинками. А ты еще кто такой? Меня зовут Роджер Хевлок. Я занимаюсь морскими перевозками. Присаживайтесь, джентльмены. Ичиро, ты гениальный инженер. Из 5 крупнейших судов современности. Сколько твоих проектов? Градов, ты знаешь море как свои 5 пальцев. Ты когда последний раз пользовался картером? Мёрфи, ты сам как океан. Это твоя стихия. Ну и пушки, конечно. Вилли, парень, который может достать все. И у меня для вас есть отличное предложение. Знакомая папка. Это то, что я думаю? Товарищ англичанин, а не хотите ли вы сказать, что все эти корабли уже у вас? Но я думал, это только слухи. Что за бред? И где ты прячешь столько кораблей, пижон? На безупречной английской лужайке своего старинного особняка? Да. У меня чертовски большая лужайка, мистер Мёрфи. Но где ты их нашел? По-моему, гораздо важнее, что мы собираемся с ними делать. Мы организуем аукцион.